Добрый вечер, дорогие друзья! Рады вас видеть снова с нами в прямом эфире в рубрике «Мои истории с продукцией компании Amway». И хочу вам представить опять своего собеседника, мой партнер Родин Олег. И наш ведущий Андрей Перваков. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! И сегодня наши истории будут ориентированы на такой интересный уникальный комплекс, который называется «Дели» от бренда «Nutrilite». И я хочу, конечно, первое слово предоставить Олегу его истории. Спасибо, Андрей. А моя история будет связана именно с тем, как я познакомился с брендом Nutrilite и именно вот с витаминами, с мультивитаминным комплексом Deli. А дело в том, что, как и многие, я несколько лет назад столкнулся с такой проблемой, ну, когда я почувствовал просто на себе, что мне нужны витамины. Тогда после длительного, скажем так, времени я снова начал заниматься спортом. И я просто на себе ощутил, что вот, ну, мне что-то не хватает, да, у меня вот слабость, у меня там плохое восстановление организма и так далее, и так далее. И, естественно, как и многие люди, я обратился куда? В аптеку. Да. Как нас в советские времена научили, да, я пошел в аптеку, начал выбирать разные там витаминные комплексы, потому что я понятия не имел, потому что в спорте раньше за нас все решал тренер, какие нам витаминки попить, когда, сколько и так далее. И я ничего про это не знал, а пошел в аптеку, спросил, там женщина была, говорю, какие мне витаминки можно попить, вот у меня так и так. Она говорит, ну возьмите вот Витрум. Я взял Витрум, пропил этот Витрум, ну вообще не почувствовал, вообще ничего никак. Вот взял другой комплекс витамин, опять пошел в другую аптеку, другие взял, все то же самое. Ну, проблема если сидит, то рано или поздно она найдет свое решение, правильно? Мы же, ну, работаем над этим. И мне повезло, на тот момент я встретил своего давнего друга, мы с ним занимались с детства спортом, это Сергей Конов. Он на тот момент уже был в компании Amway, знал о бренде Nutrilite, и он мне посоветовал, вот именно, говорит, Олег, возьми вот мультивитаминный комплекс Daily, просто попробуй. Говорит, ты знаешь, он мне в свое время очень хорошо помог. Попробуй и ты, говорит, если тебе поможет, ты мне потом, говорит, об этом дай знать. Ну, я говорю, ну, хорошо. Я этому человеку очень доверял, потому что, я говорю, мы с ним занимались спортом. Он у нас был лучший в секции и много знал вот в направлении здоровья уже на тот момент. И я заказал у него тогда Дели, вот, начал принимать. Хотя мы тогда еще не чистили организм, ну, надо дать должное, да, что организм зашлакован, как и у всех. Вот. Но уже где-то день на 10-й, наверное, да может быть даже раньше, я действительно вот уже, это же не эффект плацебо, если бы эффект плацебо, я бы уже на тех витаминах, да, мне помогли там Витрум и так далее. А тут я начал принимать, и вот где-то на 10-й день, говорю, наверное, уже начал чувствовать вот именно, что я быстрее восстанавливаюсь, я стал лучше спать, я стал более таким бодрым, более активным там и так далее. Я к Сереге подхожу, говорю, Сергей, я говорю, ну, блин, у меня прям слов нету, говорю, прям супер. Я говорю, вот именно вот эти витамины мне подошли, я говорю, прям на ура. Я говорю, в чем их секрет? Я говорю, что это за витамины такие, где ты их покупаешь? Он мне объяснил, что это витамины натуральные, то есть они на натуральных ингредиентах. И что это компания Amway, и он покупает эти витамины у производителя, вот что самое главное. Да. Что не у посредников, как вот в аптеке, да, мы пришли в аптеку, покупаем, где они эти витамины взяли. Кто, да, конечно, она же по сути аптека является посредником. Естественно, вот. Ну, как и все остальные магазины розничной торговли, они все являются посредником. И поэтому очень трудно, кстати, вот недавно у нас выступал врач, и он говорил о спортивном питании. Да. Многие приходят в магазины спортивное питание, и, ну, кто им даст там гарантию, вот, что этот продукт, он выращен вот там-то, там-то, да? Совершенно верно. То есть, никакой гарантии. А здесь мы получаем гарантию качества, потому что мы покупаем у производителя. Это раз. И сейчас вот мне очень понравилось, что компания Nutrilite, вернее, компания Amway с брендом Nutrilite, да, пришли к тому, что сейчас есть момент прослеживания. То есть, каждый продукт, каждый комплекс, там, каждую витаминку мы можем проследить через сайт nutrilite.ru о том, как вот выращивалась эта продукция, то есть из каких
Ну, это, наверное, то же самое, вот как у нас с тобой есть паспорта, да? Совершенно верно, конечно. То же самое, на каждую культуру, на каждую семечку есть свой паспорт. Совершенно верно, Андрей. Прописка, мама, папа, от кого произошли и тому подобное, да? Мы можем посмотреть, да, на какой именно ферме выращены те или иные культуры, как они выращивались, в каких условиях и так далее, и так далее. Ребят, ну, это, наверное, стоит очень дорого, понимаете? Да. Поэтому вот... И вот... Еще один такой момент. После того, как я узнал вот именно о качестве этих витамин, ну, со слов, да, нам же надо во всем разобраться. Конечно, мы же не следопыты. Да. Я стал, естественно, в этом много книг читать про эти витамины. Потому что я вначале не поверил, ну, как так, что значит натуральный? Вот яблоко натуральное, апельсин натуральный. А как мог быть витамин натуральный? Вот я не представлял себе. Я начал про это много читать книг там и так далее, и так далее. Там другой литературы. И вот когда уже, знаешь, набрался вот этой всей информации, вот, я тогда уже до меня дошло, что мне проще будет зарегистрироваться, да, и покупать уже дешевле, скажем, те же витамины, и начал уже пробовать другие, скажем, другие комплексы, другие витамины, и вот сейчас уже более 10 лет я принимаю Nutrilite. Отлично. Ну, в свою очередь, я хочу добавить, что Олежка действительно находится, скажем, в такой зоне обучения. И буквально недавно вот мы его поздравили с тем, что он закрыл квалификацию куратора. То есть это те люди, которые могут вести уже за собой группу, обучать, допустим, по питанию, допустим, как похудеть и тому подобное, давать консультации и тому подобное. Постройнеть. Постройнеть, да, постройнеть, будет правильно сказать. То есть потрясающая школа, которая дает Amway, Amway Академия. Бесподобно. Ну и, конечно же, я перейду к своей истории. Мне тоже хочется сказать, моя история тоже связана с этим комплексом. Не напрямую с этим комплексом, а немножко сейчас. Несколько лет назад у моего сына была операция, должна быть операция, но мы с ним, скажем, вошли в стадию очень серьезной анемии, то есть очень был повышен гемоглобин в крови. И, соответственно, врачи нам сказали, что мы операцию не будем делать до тех пор, пока гемоглобин не поднимет. Вот. На тот момент у нас в Amway в продаже были жевательные витамины железа со вкусом вишни, как сейчас помню. Сейчас их, к сожалению, нет в продаже. Вкусные такие. Да, были потрясающие такие витаминки. Вот. И, собственно говоря, вот, если говорить относительно аптечных, да, как положено нам хирург, прописал, скажем, некоторые препараты, которые мы должны были купить в аптеке и пропить в течение месяца. На тот момент я с Nutrilite только знакомился и, ну, скажем, по тому, что я еще не был приверженцем того же Nutrilite, а был, скажем, как все обычные люди, приверженцы аптек, да, естественно, мы пошли в аптеку. Купили эти препараты, пропили мы месяц. Ничего нам это абсолютно не дало. Как сейчас помню, у него, значит, норма для парня где-то порядка от 8 до 100 единиц гемоглобина. Мы когда пропили препарат, у нас было около 70 единиц, и мы подняли всего лишь на 2 единицы. То есть через месяц у нас стало 72 единицы. До нормы нам вообще не хватало там порядка 8-15 единиц. И тогда вот спустя месяц мы опять же получили консультацию, и к нам начала приезжать врач очень хороший, и она нас проконсультировала. Ирина Борисовна. Да, Ирина Борисовна, да, совершенно верно. Вот, получили хорошую консультацию, она нам объяснила. И, соответственно, мы свой взор обратили на те жевательные витамины железа и обратили на витамин D, потому что здесь находится помимо всего 13 витаминов и 8 минералов. Вот, и здесь... В этом деле также есть железо, которое имеет суточную дозу 70%. Представляете? И когда мы в течение месяца вот это дело пропили, и когда пошли сдавать экзамен, говорю, анализы на, скажем, операцию, то у нас было где-то порядка 95 единиц за месяц. Представляете? Вот. И, соответственно, мы легли на операцию, все это сделали, все благополучно. Ну и, собственно говоря... Эти витамины нам еще помогли после потом реабилитироваться, после этой операции. То есть, бесподобный продукт. А вот, Андрей, сколько стоит одна витаминка, знаешь ты, Дель? Если мне не ошибает память, по-моему, где-то в районе 15 рублей.
Ну, чуть-чуть побольше, да. Но дешевле, чем проезд в маршрутке. Совершенно верно. Маршрутки стоят сейчас проезд, я не в маршрутке не езжу. Достаточно всего одной вот такой витаминки в день. В день, да. И мы получаем. И самое интересное, то, что даже функционал вот этого комплекса, даже вот если мы возьмем каталку и откроем, вот там написано, для минимизации расстроенного питания, нерационального питания. Ну, то есть, понимаете, о чем речь идет? То, что как мы питаемся, то, что у нас нарушено и тому подобное, мы это можем, скажем, возобновить, немножко поддержать именно вот этим комплексом. Ну, это вот, скажем, такой минимальный комплекс, который необходим нам на каждый день, а есть у нас еще максимальный, скажем, максимальный, такой. Да. Отличный, обалденный просто комплекс, это Double X, но мы как-нибудь расскажем о нем в следующий раз. Так может быть мы в следующий эфир выйдем с ним с Double X? Слушай, давай, здорово. Так что, дорогие друзья, мы настроились следующий эфир сделать в среду. Это у нас будет 18-е. Правильно я говорю? Да, 18 ноября. Да, 18 ноября. Мы где-нибудь по времени определимся в Инстаграме, мы дадим знать, во сколько и что. И, значит, тема у нас Double X. Всего доброго, друзья. До новых встреч. Большое спасибо, что были с нами. Всего хорошего.